Ольга Зимина – педиатр с большим опытом работы. Окончив школу, она, не раздумывая, выбрала Ленинградский педиатрический медицинский институт. Удачно его окончила, и вот уже 30 лет лечит детей. За это время врач, по сути, стала семейным доктором. Пациенты, которых она лечила в начале своей карьеры, сегодня приводят к ней на прием уже своих деток. Ольга Владимировна признается, что для того, чтобы посвятить жизнь этой профессии, требуется большая выдержка, терпение, энтузиазм и бесконечная любовь к своим маленьким пациентам. Участковый врач, когда он один вот на, по сути дела, на всю жизнь, он к нему больше доверия, ему доверяют то, что порой и никому другому не доверят. Есть такие сложные моменты в жизни многих людей, когда им надо с кем-то поделиться. И плюс ко всему, конечно, преемственность. То есть если ты знаешь, что этот малыш всегда у тебя там выдавал аллергические реакции, то есть уже встретившись с ним там, в 15 лет, ты понимаешь, что надо на это обратить внимание. Быть педиатром сложно не только потому, что каждый пациент требует своего особого подхода, но потому, что сами они не жалуются на недуг. Врачи, работающие с детьми, должны обладать обширными знаниями, чтобы уметь распознать симптомы самых разных заболеваний, разобрать причину состояния малыша. По сути, детский врач – это специалист широкого профиля. Он должен уметь общаться и наладить контакт не только с ребенком, но и с его родителями. Здесь нужен талант. Любовь к детям, любовь к родителям. И вот все остальное, оно проистекает, наверное, из этого. То есть если ты любишь то, что ты делаешь, любишь людей, то есть вот, в принципе, люди, они действительно бывают разные, но если ты их любишь и понимаешь, что, причина того или иного действия его, не потому, что человек там злой и вообще невоспитанный, а что-то у него действительно болит. Ольга Владимировна очень любит свою работу и не может представить себя в другой профессии. Она признается, что временами бывает тяжело, но позитивные моменты помогают забыть все плохое. Меня всегда удивляло, как дети, одна девочка мне говорит, я прихожу, у нее температура 40. Она едва открывает глаза, смотрит на меня и говорит: «Мам, ой, смотри, какие красивые сережки». И вот с этого момента она стала поправляться. Педиатры – это и психологи, и воспитатели, и добрые волшебники в одном лице. И, конечно, чтобы быть хорошим детским врачом, нужно любить детей и свою работу. Эти качества определяющие для педиатра. Тогда ему удастся выполнить свою основную миссию – сохранить здоровье детей. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».